Хорошее пальто, тем более шерсти альпаки – это ваша визитная карточка. Даже серость будни, которую мы сейчас визуально демонстрируем, может вами не восприниматься, когда вы красиво и гармонично выглядите. Вы сами создаете мир вокруг себя, насыщенный красками и яркими эмоциями. Весной, как никогда, любая женщина хочет быть неотразимой и озарять окружающий мир своей улыбкой. Померив пальто из новой коллекции, я поняла, что эта одежда вызывает у меня такие эмоции. Согласитесь, пальто из шерсти альпаки выглядит дорого, изысканно и стильно. А благодаря тому, что пошив из итальянских тканей осуществляется на российских фабриках, цена становится доступнее для каждого, кто хочет производить достойные впечатления. Ведь одежда, по мнению психологов, является нашим посланием, которое рассказывает, как мы относимся к себе, миру, красоте, комфорту. То, что мы носим, дает возможность как заявить о себе, так и прислушаться к самым потаенным струнам своей души. Это я поняла из нашего разговора с экспертом программы Ларисой Брусовой. Человек должен в своей одежде, которую он выбрал на сегодняшний день, почувствовать себя уверенно. Для того, чтобы почувствовал себя уверенно, он выбирает то, что у него есть в гардеробе, безусловно, соответствуя его настроению. Сама по себе цветовая гамма данной одежды формирует улыбку на лице. Соответственно, все встречные люди будут отвечать такой же улыбкой. Также я предложила Ларисе примерить еще несколько интересных моделей пальто из шерсти альпаки. Одно более спокойное, пудрового оттенка. Другое двустороннее. Стильные стеганые узоры комбинированы со вставками из шерсти, которую еще называют мягким золотом инков. Цвет черный – классический. Примерив несколько вариантов пальто, какое из них больше всего соответствует вашему эмоциональному состоянию? Сегодня это, наверное, все-таки выбор, первый мой выбор – это оранжевый цвет. Внутреннее состояние у меня вот какое-то такое очень позитивное. И поэтому, зайдя вот именно вот в этот зал, я обратила внимание сразу. Оно мне прям бросилось в глаза. Такое ощущение, что вот оно вот прям сегодня оно мое. Я тоже, примерив модное в этом сезоне пальто и по фасону, и по цвету, поняла, что оно мое. Все-таки качество шерсти говорит само за себя. Кроме своих великолепных природных данных, материал теплый, прочный, долговечный. Фасон впечатляет колористическими решениями. Также можно подобрать под любую фигуру. Для роскошных дам размеры до 66-го и стройных утонченных натур от 42-го. Пальто из шерсти альпаки – это наше состояние уверенности, радости, женственности, значимости, комфорта, гармоничности. Это то, что мы рассказываем о себе. Например, сегодня я леди. Принт «Гусиная лапка» – традиционный узор британской аристократии. Кстати, черный цвет символизирует накопленный опыт, как я узнала из беседы. Мне нравится, что черная альпака создает эффект стриженной норки. Роскошно выглядит, и фасон можно выбрать подходящий по вкусу. Красный цвет – уверенности и возможности 100% привлечения внимания. Особенно это касается модного махерового пальто. В итоге, примерив столько вариантов, я пришла для себя к выводу, как бы хотелось, чтобы в гардеробе каждой из нас было не одно красивое пальто, а несколько, под любое настроение. Спонсор программы – салон верхней одежды «Альпака» на Мира 22. Поступление новой весенней коллекции. Размеры от 42 до 66. Приятные скидки на зимние модели пальто. Ваше любимое пальто ждет вас в магазине «Альпака».